Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова видео на проекте Родина РП, первый сервачок. Не забывайте вводить мой ник при регистрации, мой Кирилл Путбулови. Мой ник есть в описании, если вводите мой ник прочего 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я отдам вам. Поэтому, пацаны, обязательно вводите мой ник при регистрации. Так, сегодня у нас будет такой некий эксперимент. Как вы знаете, ну, где-то примерно 2 недели назад вышло обновление. В донате, короче, добавили такую возможность купить максимальный скилл дальнобойщика. Я хочу проверить, есть ли разница вообще. Вот, смотрите, я пишу, допустим, донаты, вот, сейчас, донаты. И здесь, получается, есть такая тема, вот, она называется «Максимальный навык дальнобойщика». И стоит это 120 азекоинов, азе-монет, короче. Я хочу проверить, сейчас я возьму рейс, сделаю его без этого улучшения, и потом уже куплю это улучшение, и сделаю рейс уже на этом улучшении. Посмотрим, какая будет просто разница. Может быть, будет разница в деньгах, либо еще в чем-то. Просто я не знаю, в чем будет разница, типа. Я никогда не качал скилл дальнобойщика, мне это интересно. Я думаю, вам это будет тоже интересно. Поэтому ставьте, пацаны, лайки, подписывайтесь на канал. До 16 тысяч осталось совсем немного, поэтому, кто, пацаны, не подписан, пожалуйста, подпишитесь на канал, буду вам очень благодарен. Ну что ж, пацаны, я приехал, получается, на базу дальнобойщиков, их тут две. На этой базе дальнобойщиков ты возишь, получается, продукты в амунацию, на другой базе дальнобойщиков ты возишь бензин. Еще, по-моему, есть третья база дальнобойщиков, куда ты возишь там продукты и так далее. Итак, короче, здесь у нас амунации, давайте посмотрим, куда вообще нужно нам ехать. Я не знаю, где вообще находятся амунации, поэтому давайте, наверное, поедем вот сюда. Так, давайте посмотрим, где находится у нас амунация. Она находится у нас в Эдово, да? Ой, в Лыткарино. У нас амунация находится в Лыткарино, пацаны. Блин, а чё так далеко? Можно другой рейс, пацаны, взять? Я не хочу так далеко ехать, поэтому я хочу... Вот, другой рейс сейчас возьмем, короче. Так, давайте поедем вот. Амунация номер 2, допустим, да? А жопу мира ради этого я не хочу. Так, посмотрим на карте. В Южном находится, отлично, давайте туда и поедем. Я, короче, пацан тут затупил, начал ехать и увидел, что у меня пустой прицеп, поэтому я вернулся. Надо было еще посигналить. Я думал, надо просто на чекпоинт заехать. Надо еще посигналить и подождать 3 секунд. И тогда уже наш прицеп загрузится товарами, которые мы должны будем, получается, отвезти. Ну, как вам сказать, пацаны, я ехал себе спокойно, проезжал переулок, получается, ну, перекресток, и случайно прицепом зацепил, получается, заправку. И в итоге я взорвался вместе с фурой, в принципе, ну, просто лайк, пацаны, все не может быть хорошо, все должно быть только через жопу, все заебись, еще я застрял, не могу вылезти отсюда нахрен, о, наконец-то я вылез. Я ничего не делаю, пацаны, чё, блядь, я ничего не делаю, ебать, какой он опасный, видите, блядь, даже не управляя ним, пацаны, видите, он сам с собой управляет, ебать, он, пацаны, он, походу, хочет мне ебал набить, поставьте лайк, чтобы этого не произошло. Ваш лайк, пацаны, не поможет. Поэтому опасный пацан, ебать, в пуме нахуй ходит. Ну его нахуй, пацаны, блядь, надо съебывать. Ладно, я шучу, короче. Я не знаю, как он так делает, но я как бы ничего не нажимаю, пацаны, если что. Ну что ж, я уже доезжаю до амунации, сейчас посмотрим. Так, нам дали 5000, в принципе, как было и написано. Теперь я, получается, сейчас доеду до базы обратно. Возьму тоже какой-то рейс. Нет, сначала куплю улучшение, максимальный скилл дальнобойщика. Потом уже возьму рейс и посмотрим, есть ли вообще разница. Если разницы не будет, тогда я вообще не понимаю, зачем его покупать. Если она будет там платить 2 раза больше, либо еще что-то, то, конечно, в этом есть какой-то смысл. Сейчас, короче, пацаны, все узнаем. Ну что ж, пацаны, вот я и приехал, получается, на базу дальнобойщиков, там, где мы были. И вы спросите, наверное, откуда у тебя столько донат? А я вам отвечу. О, привет! О, привет! Это пиздец, пацаны. Это пиздец. Короче, мне, получается, дали этот донат для видео. Я попросил. Большое спасибо Станиславу Дмитренко. Это, получается, пиар-менеджер Родины. Большое ему спасибо за то, что выдал мне донат. Ну что ж, пацаны, пришло время купить улучшение. Вот это улучшение, получается, дену. А вот, максимальный навык дальнобойщика. 120 АЗ монет. Покупаем. Почему бы нет? Вы успешно повысили навык дальнобойщика до максимального. Теперь посмотрим, как это работает. Потому что я не знаю, как тут вообще скиллы посмотреть. Там, G. Блять, я, короче, не знаю, как тут скиллы смотреть. Поэтому мне это не проверим. Может, ты сядешь уже куда-то, братан, ебаный рот, что ты бегаешь? Так, аренда так само стоит, окей. Теперь, момент просто истины, пацаны. Что-то изменилось или нет? Потому что я не знаю. Типа, вот, подъезжаем. Подъезжаем, блядь, я сказал. Все то же самое, блядь, это те же самые цены. Окей, окей, окей. Так, возьмем, допустим, 5-ю амунацию. Не знаю, почему 5-ю. Вот, возьмем 5-ю амунацию. Блядь, что она тоже в Южном находится? Ну, пиздец, можно было бы что-то другое. Так, давайте возьмем какую-то другую амунацию, которая хотя бы в Арзамасе находится. А то 2 раза ехать в Южный, пацаны, такой.
такое себе. О, в Арзамасе, пацаны, заебись. Все, едем. Я, пацаны, не знаю, что изменилось. Возможно, мне сейчас просто больше заплатят. Потому что, как бы, цена тоже та же самая, 5000. Но сейчас надо сделать рейс, чтобы убедиться, что, как бы, что-то изменилось или нет, пацаны. По аренде там и так далее, я ничего другого не увидел. Все то же самое. Просто охуенно, пацаны. Просто замечательно. Так, давайте напишем репорт. Я перевернулся. Почему ничего не бывает нормального, блядь? Помогите мне, блядь. О, админ депекнулся. Вот это я понимаю просто. Работают, пацаны, работают. О, давай, братан, давай. Ща меня как ебанет нахуй с 5-го этажа. Вот это будет заебись, пацаны. Ну чё, народ, погнали нахуй. Ёбаный брат. О, братанчик еще меня починит. Ого, пацаны, вот это блат просто. Вот это блат. Вот это админушка вообще красавчик просто. За него, пацаны, лайк просто, реально. Я ж приехал, ну, бля, я виноват, что я перевернулся, как олень. Какой-то 8-й был. Сука, обратно ехать туда. О, я получил. А, пацаны, вот. Разницу увидел, пацаны. 8500. То есть, мне платили 5000. Теперь на максимальном скеле дальнобойщика мне платят 8500. То есть, плюс 3500 получается. Я не знаю, пацаны, стоит ли оно того. Типа, вы тратите 120 рублей. Ну, даже меньше. По-моему, вы донатите 60 рублей. И у вас будет 120 АЗ монет, да. Вы донатите, пацаны, 60 рублей. И у вас максимальный скин дальнобойщика. Я не знаю, пацаны, это уже решать вам. Нужно на новом или нет. Ну, прикольная тема, ты просто донатишь 60 рублей, устраиваешься дальнобойщиком и получаешь на 3500 больше, чем обычные дальнобойщики, у которых скилл не прокачан. Все, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующей серии, пацаны, мы будем тратить вот этот донатик, наверное, не весь, но половину точно потратим. Ну, 2000, наверное, потратим. В следующей серии мы будем крутить голд рулетки, пацаны, и, блять, надеюсь, нам что-то нормально выпадет. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, чтобы быстрее вышла серия про рулетки, золотые рулетки, где может выпасть классная машина, там, деньги и так далее. Все, пацаны, подписывайтесь на канал. 16000 уже не за горами. Всем пока-пока.